Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про город Бирмингем, в котором я была несколько раз проездом, но вот в декабре 2013 года решила съездить туда и посмотреть, что же это за город такой. Бирмингем – это город со статусом сити в Англии, который находится в церемониальном и метропольном графстве West Midlands. Это второй по величине город Великобритании, после Лондона, естественно, население которого составляет 1 150 000 человек. Он находится в 100 милях, то есть в 160 километрах от Лондона, на северо-запад. В Бирмингем я собралась в декабре 2013 года, так как я была проездом. Мне очень понравилась такая некая конструкция, я не знала, что это такое. Потом я узнала, что это знаменитый Department Store Бирмингема, то есть универмаг Бирмингема, собственно, который и привлек мое внимание, так как я люблю архитектуру, и вот эта вот необычная постройка привлекла мое внимание. Мы были там вечером, и она была еще в такой неоновой подсветке, а я же люблю и космос, и архитектуру. В общем, решила поехать посмотреть, что же это такое. Итак, сегодня я вам покажу Бирмингем. Поехала я туда со своим новым знакомым. Я на тот момент очень долго искала русскоязычных друзей в интернете, по русским газетам в Англии. И мне писали некие люди, с которыми я встречалась и куда-то ездила, путешествовала, потому что я искала в основном друзей для путешествий. И вот так вот мы встретились на станции Виктория, по-моему, мы взяли автобус National Express с моим новым знакомым и поехали туда. Про то, как я искала друзей в Лондоне, я буду рассказывать. Это очень интересные и забавные истории. Через меня прошло такое количество человек, которых я, конечно, уже многих не помню, но было достаточно интересно, как искать друзей в чужой стране и как найти их в Лондоне именно. Очень многие задаются этим вопросом, очень много русскоязычных граждан в Великобритании не могут найти друзей среди своих соотечественников, поэтому эта тема для отдельного ролика, скоро расскажу. Если честно, я уже не помню, как звали того молодого человека, мы просто сели в автобус и поехали, один день погуляли по городу, с тем самым, когда выяснилось, что он просто приехал из Москвы погулять по Лондону, то есть на какое-то то ли мероприятие, то ли что, то есть на несколько дней. Я поняла, что этот человек не тот человек, которого я ищу, но мы отлично провели день в Бирмингеме, ничего такого как бы из ряда вон выходящего не произошло, просто с незнакомым человеком погуляли, походили, поразговаривали и посмотрели вместе город. Вот такие вот у меня были истории. Ну так вот, Бирмингем. Когда мы приехали на автобусную станцию, мое внимание сразу же привлекла необычная конструкция какого-то здания. Точнее, это была, по-моему, как раз-таки автостанция. Такой какой-то шар. Смотрится с одной стороны устрашающе, с другой стороны привлекает внимание. И вот эта конструкция, ну как бы я постояла, поснимала. Мне была она очень интересна. Потом мы пошли гулять по городу и вышли на Хай-стрит. Если честно, я не помню, там было написано и Пикадилли, и Нью какой-то, Ярд или Нью Стрит. Я не спец по Бирмингему, в общем, на какой-то одной из главных улиц была рождественская ярмарка. Мы там тоже походили, посмотрели игрушки новогодние, точнее рождественские, какие-то угощения, там все это продается. И мы так провели некоторое время на этой ярмарке. Кстати, про ярмарку Winter Wonderland в Гайд-парке, самую знаменитую в Великобритании, я расскажу, наверное, уже в январе. К сожалению, в этом году ее отменили в связи с известными событиями в мире. Но, тем не менее, вспомним, как это было в прошлые годы. Конечно же, первым делом мы зашли в музей Бирмингема, нашли море исторических артефактов и узнали о том, что Бирмингем был крупным центром изготовления металлических изделий, производства стрелкового оружия и ювелирного дела. Кроме того, мы нашли там множество различных пуговиц. Оказывается, в Бирмингеме до сих пор производят пуговицы от военных, обычных, металлических, вплоть до дизайнерских, сделанных из жемчуга. И, кстати, в Бирмингеме там есть такой стенд, написано, что вы можете инвестировать в производство пуговиц и ежегодно зарабатывать на этом деньги. Бирмингем – это индустриальный город, в нем развита пищевая, металлургическая и машиностроительная промышленность. В
1960-е годы на машиностроительном заводе Лонгбридж работало около 21 тысячи человек. Этот завод полностью изменил машиностроительную промышленность и также жизнь людей Бирмингема. За годы существования этого завода его владельцами становились различные компании: Астин, British Leyland, Rover. Здесь же производили знаменитые машины Мини. Но в 2000-е годы завод пришлось закрыть, и Британия потеряла один из самых значительных машиностроительных заводов за всю историю. Затем, пройдя рождественскую ярмарку, мы вышли на главную площадь города. По-моему, там находился таунхолл. Таунхолл – это мэрия в английских городах. И она всегда занимает самое главное, значительное здание в городе. И, скорее всего, вот именно это здание и было таунхоллом. Если нет, поправьте меня в комментариях. Мы там тоже пофотографировались, поснимали каток, какие-то аттракционы и пошли дальше гулять по городу и наткнулись на библиотеку. Боже мой, какая это красотища! Во-первых, архитектурное сооружение снаружи выглядело просто великолепно. Это какое-то новейшее здание, очень красиво оформленное. Оказалось так, что в нее можно было зайти и посмотреть, что же находится внутри. Ребята, я работала в библиотеке 2 года в городе Тольятти. Ну, я там, конечно, не библиотекарем была, а организатором мероприятий. Тем не менее, я знаю, что такое библиотечное дело и как там все устроено. Так вот, библиотека в Бирмингеме меня просто воодушевила, вдохновила, и я не знаю, как это еще сказать. Всем рекомендую обязательно съездить туда и посмотреть, как выглядит библиотека Бирмингема изнутри. Когда заходишь в библиотеку, перед тобой открывается огромное пространство, холл, по кругу которого идут этажи с оформлением различных книг. А в центре идет эскалатор вверх, и как бы двигаясь по эскалатору, ты проезжаешь все эти этажи. И я вот, стоя на эскалаторе, постаралась поснимать, как выглядит библиотека внутри. Вот, пожалуйста, вам показываю. А пошли мы туда, скорее всего, я, если честно, не помню, но скорее всего из-за того, что кто-то нам сказал, что обзорная площадка находится наверху. И мы забрались, по-моему, на 5-й или 6-й этаж этой библиотеки. И действительно, там есть выход на улицу. Вокруг здания можно погулять и посмотреть на Бирмингем сверху. Что там видно сверху? Во-первых, сам город как на ладони представлен на все 360 градусов. Можно увидеть как старинные здания, так и новейшую архитектуру. То есть город реально большой, реально какой-то современный, я бы сказала, не индустриальный и не типично английский. Поэтому Бирмингем мне, в принципе, понравился как светлый, такой большой, насыщенный город. Ну, мегаполис, можно так сказать, потому что свыше 1 000 000 жителей живет в этом городе, значит, уже можно назвать мегаполисом. И мы наметили план действий, куда мы можем сходить. Мы увидели каналы, по которым можно погулять, и там такой исторический центр находится. Ну и посмотрели, что еще вокруг находится. Там башня Бити Тауэр тоже есть в Бирмингеме, я в ней не была, но была в лондонской телебашне, и что там находится внутри, я рассказывала вот в этом ролике. Если кому интересно, смотрите. После того, как мы вышли из библиотеки, мы направились к каналам погулять вдоль набережных, так как день был более-менее солнечным, и на улице было сухо, мы решили пройтись вдоль каналов, по которым курсировали прогулочные кораблики. На причалах стояли вот эти знаменитые лодки, которые ходят по каналам и в Лондоне. Ну и заглянули в исторический центр Бирмингем, позаглядывали в чужие дворики, и достаточно интересные картины открывались перед нами, что находится в английских дворах. Какие-то тазики, какие-то горшки с цветами. Все это можно увидеть, прогуливаясь по набережной в Бирмингеме. Набережная запомнилась тем, что она выглядела как-то по-старинному. Краснокирпичные здания стояли вдоль всей набережной. Там были какие-то дамбы, или как это называется, то есть когда меняется уровень воды, чтобы корабль прошел, в общем, такие вот пропускные пункты. Ну и после прогулки по набережной мы решили дойти до вот этого знаменитого универмага, который, в принципе, является визитной карточкой Бирмингема. На многих открытках города Бирмингема вы можете найти этот универмаг. И решили немножечко заглянуть в универмаг и погулять по нему. Универмаг называется Bullring, то есть кольцо буйвола, так, наверное, можно назвать. Ну, то есть арена для буйволов, арена для быков.
Не знаю, почему такое название. Но там много таких скульптур встречается, как в самом универмаге, так и на площади рядом с универмагом. А именно вот этого вот быка, который тоже является визитной карточкой Бирмингема. Если кто-то знает, в связи с чем буйвол является визитной карточкой Бирмингема, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать об этом историю. Внутри универмага ничего интересного мы не нашли, но там, как всегда, как в любых универмагах, все готовились к Рождеству, продавались елочные игрушки, всякие конфеты, сладости. На этажи с одеждой мы не пошли, но мы решили пройти по такому мосту, крытому над дорогой, который связывал одну часть универмага с другой частью универмага, и пофотографировать, что там находится внутри и снаружи. Рядом с универмагом стояла очень красивая церковь и рождественская елка, которая была уже наряжена. Церковь мы, к сожалению, не попали, она уже была закрыта. Но на этой площади вот как бы мы посидели, поели сосиски с пивом. Там продавались немецкие сосиски недалеко от универмага. И мы решили ими перекусить, прежде чем сесть в автобус и поехать обратно в Лондон. Вот так и закончилось мое путешествие в Бирмингем. Очень интересный и насыщенный день получился в декабре 2013 года. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!